Деятельность, созданная соответствующим приказом министра обороны комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, продолжается. Как передает канал 13, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Азербайджанской Республики. Согласно информации, рассмотрено более 1700 обращений военнослужащих вооруженных сил Азербайджана, вернувшихся со Второй Карабахской войны. Комиссия, действующая в учебно-тренировочном центре вооруженных сил, в течение 5 дней рассмотрела 1550 обращений и приняла соответствующие меры по их решению. Мобильная группа комиссии, действующая на территории Физулинского района, до сегодняшнего дня рассмотрела 193 обращения и приняла соответствующие меры по их решению, отмечается в сообщении. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.